Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочки Wildberries очень нужные и интересные. Итак, поехали. Первое. Это колготки для девочки. Взяла Крестюши, но размер, правда, 116-122. Меньше не было, но была какая-то великая скидка. Сейчас открою, покажу. Три пары колготок за 200 рублей. Слушайте, вообще 80 ден. Открыла все. Так, вот они колготочки. Три пары. Очень даже неплохие. Вы знаете, вот фокус. Ты не хочешь к нам возвращаться сегодня? Очень даже неплохие тактильно, такие средней плотности. Но если вдруг мы в садик пойдем, они нам пригодятся. Так, где мне вот тут посмотреть? Вот они, беленькие, все три пары. Там разные цвета, кстати, были. Ну, такие вот средненькие, ну, нормально. Не сильно жарко как бы будет, но и не холодно, не совсем тоненькие. Нормальной такой толщины. Так, поехали дальше. Что тут интересно? Спасибо, мне тут подарочки носят. А это тебе подарок, держи. Два удлинителя для гирлянды 5-метровые. Взяла сразу в комплекте. Они две штуки идут тоже цена, просто 100 с небольшим рублей. Зачем? Потому что мы все свои удлинители потратили Ксюшке в комнату для светодиодной ленты. И у нас их не осталось просто, грубо говоря, они нам нужны. Вот я сейчас ей в комнату, наверное, хватит одного 5-метрового пущу. И те два сниму, и будет у нас в запасе много удлинителей. Они всегда нужны. У кого вот, допустим, зарядка в розетке не достает, тоже удлинитель такой. Это очень удобно. Просто у меня в темной комнате так было. Я себе протягивала к спальному месту, да, под диваном прям пускала вот такой длинный удлинитель и зарядку для телефона в него вставляла и заряжалась. И все отлично. Ну, от розетки, да. Такой интересный кухонный гаджет, девчонки, это новая ручка для крышки. Для крышки, для сковороды, для кастрюли, для чего хотите. Для чего она нужна? Чтобы крышка вот так стояла. Чтобы было удобно. В общем, сейчас мы будем с вами ее открывать, крутить, вертеть и все посмотрим. Так это все дело выглядит. Это... Не пойму, что это. Но это что-то тяжелое такое. Не металл. А что это? Такой пластик плотный, что ли? Вот такая вот крышка. Она вот таким образом прикручивается. Это внутренняя, да, сторона. И шурупчик здесь тоже в комплекте. Крышка у меня от сковороды магнитовская. Она уже кое-где потемнела. Немножко пригорала у меня даже. Но, тем не менее, она у меня все равно в ходу. Потому что я в основном этой сковородой пользуюсь. Вот мы сейчас с вами открутим вот эту ручку. И прикрутим вот эту. Надеюсь, все подойдет. Если не подойдет, у меня есть еще другие крышки. Но я думаю, что все должно срастись. Я уже вооружилась отверткой. Поехали. Ура, все срослось. Я такая думаю сначала, зачем вот эти вот две штучки черные, они же будут мешаться. Куда же это все крепить? Тут дырочка одна. Залезла уже в карточку товара. Кстати, в карточке товара вообще другая ручка. Там вот эта вот дырочка, она просто круглая. И одна дырочка в ручке. Нет вот этих черных пимпочек. Думаю, ну все, сейчас не подойдет. Нет, пазл сошелся. Крышка собралась. Крышка стоит. Дети сходят с ума. Крышка стоит. Прекрасно стоит, все замечательно. Вот, облокотилась такая, фокус. Облокотилась, все, все отлично. То есть готовим с вами. Это удобно. Если вы, конечно, сковородки храните, допустим, господи, в холодильнике, она такая достаточно высокая, может, вам будет удобно. Я не храню сковородки в холодильнике. А вот это для меня будет очень удобно во время готовки. Я, например, мечтала об этом просто давно. И хранить их можно... Крышки тоже, ну, нормально, везде влезут. Ничего критичного тут не вижу. Ну, в общем, класс. Мне нравится, слушайте, надо еще парочку посмотреть, заказать. Цена вопроса ни о чем, а удобство хозяйки превыше всего. Согласны со мной? Одна покупочка Wildberries, это любимый Pink Magic. Сейчас все открою, покажу. Во-первых, здесь целый килограмм, а не 850 грамм, а не 930 грамм. Все по-прежнему здесь целый килограмм. Во-вторых, здесь мерная ложечка, очень удобная, всегда в комплекте. В-третьих, миллион применений, которые описаны, а также предостережения. Все есть на пачке, есть в карточке товара. Очень-очень подробно ознакомиться, как и лучше проводить обработку или выводить те или иные пятна. Ну, а мы погнали с вами тестировать. Ну, а я вам сейчас покажу самые интересные способы применения этого средства. Будем делать. Я вчера, девчонки, тряпку так одну зафаршмачила. Посмотрите. Готовила в духовке ужин, и у меня из формы на одной духовке потекло немного жидкости от мяса. И она начала, естественно, пригорать. Я быстрее это все дело вытирать. И вот так у меня выглядит тряпочка.
То есть она уже ночь пролежала, и сейчас мы с вами будем ее замачивать. Представляете, какая? Так, сначала, нет, сначала мы насыпаем. Я насыплю пару ложек, потому что это вообще грязь жуткая. Пару ложечек. Ну, в принципе, согласно литражу. 2 литра воды у меня даже побольше где-то кипятится. Будем сюда заливать. Наливаем кипяточком. Все, я думаю, водички тут достаточно. Реакция пошла уже бурная. Кидаем тряпочку сразу. Она должна свободно тут плавать. Не забываем про нее пока. Ой-ой, пошла волна, пошла. Я все время вот так. Вроде и воды мало налила, емкость большую взяла, но сейчас у меня из берегов опять хочет выйти. Смотрите, что творится. Не выходи из берегов. Прям очень бурная реакция, слушайте. Не надо, оставайся на месте. Вот так палочку положу, чтобы обезопасить. Смотрим, что тут у нас происходит. Прошел где-то час. Смотрите, какая грязная вода. Я хочу посмотреть, как выглядит тряпочка. Так. Ой, ну уже шикарненько. Вот тут еще пятнышко не отошло. Сейчас еще на час оставляю. Ну, смотрите, 2 часа прошло. Какая грязная вода. Тут налет. Сейчас посмотрим тряпочку. Уже, я думаю, все должно быть хорошо. Кое-где загрязнения остались, но я думаю, сейчас все это в процессе стирки отойдет. И мы усилим все это дело. И сейчас покажу вам лайфхак, как избавиться от неприятного запаха в машинке. А еще сейчас мы будем избавляться от неприятного запаха в трубах на раковине и в ванной. Я почистила раковину. Как раз я обычно это делаю пару раз в неделю, но вот так основательно со средством. Беру ложечку Pink Magic, засыпаю в сливное отверстие, прям вот так. И выливаю целый ковшик кипятка. И где-то минут 20-30 все это дело так стоит, а потом уже включать можно кран. И будет все изумительно, никакого неприятного запаха. Особенно это актуально на кухне. Жир и так далее, все изумительно растворяется, никаких проблем. Ни разу у меня еще засоров не возникало, потому что делаю периодически вот такую вот профилактику. Через полчаса все будет идеально. И в ванной я проделываю то же самое. Беру ложечку Pink Magic, засыпаю в сливное отверстие и добавляю кипяток. И тоже водичку пока не льем, хотя бы 20 минут. Вот так. Теперь что мы будем делать, чтобы избавиться от неприятного запаха в машинке? Мы берем ложечку, 1/3, наверное, даже. Ну, половинку, может быть, где-то так. Смотрите. Фокус. Вот так. В кружечку. И потом в эту кружечку наливаем кипяток, половинку, потому что пойдет реакция. Она... Не надо, чтобы у нас тут все залило. Вот. Налили кипятка. Немножечко поболтали, чтобы у нас все это дело активировалось. Можно даже минутку где-то подождать. Когда реакция немножко поутихнет, мы все это дело выливаем в барабан. И не только. Нужно дождаться, чтобы прошла реакция. Почему? Потому что у нас в барабане уже загружено белье. И если мы сейчас ливанем не растворившимся вот таким, то цветная ткань у нас с вами может повредиться. И туда, куда мы ливанем, там может быть белое пятно. Хотя у меня ни разу так не было, но ткани разные, как бы, да, мало ли, да. Это я вас так предостерегаю. Вот так немножечко еще поболтали. И выливаем в барабан. Можно вниз прямо так. И еще разводим также. Еще разводим также. И это уже у нас с вами для чего? Сейчас покажу. Поболтали. Все обильненько шипит. Эту часть раствора мы с вами заливаем в отсек для порошка. Я сюда никогда ни порошок не сыплю. У меня сюда попадает только кондиционер. И периодически здесь именно от кондиционера появляются загрязнения. Он вот здесь вот налет. Вот такой есть мыльный. Заодно мы и это дело все уберем. Смотрите, в отсек для кондиционера. Можно и в отсек для порошочка. Можно во все 3 отсека, чтобы у нас все прочистилось. Мы выливаем полученный раствор. Немножко порошка осталось. Ничего страшного. В процессе стирки это все
Хоп, у нас с вами уйдет. Так, что хотела еще сказать. Можно на 90 градусах прогнать машинку с чистым Magic Pink. Можно это сделать. Но мне больше нравится вот такой способ. Мы и стираем, и на белье избавляемся от неприятного запаха, и усиливаем стирку, и чистим машинку от слизи, из-за которой у нас неприятный запах. Ее вызывают гели, если вы часто стираете именно гелями, и кондиционеры. Гелевой консистенции тоже, да, в принципе, любые со временем. Поэтому мы от всей слизи этой сейчас, от всего налета там внутри избавимся и параллельно постираем. Когда стирка закончится, тряпочку вам покажу. Ну что, мои хорошие, стирка закончилась. Отыскала свою тряпочку среди прочего. Она еще у меня мокрая, но видно прекрасно, что все пятна полностью ушли. Абсолютно все. То есть те, которые у нас остались даже после замочки, таким вот способом уходит все. Тряпочка моя. Фокус. Как новенькая. Просто прелесть. Самый любимый фокус. Смотрите, мы будем чистить термос мужа. Он берет в нем чай. Мы засыпаем, ну, половина ложечки хватит. И заливаем кипятком. Мне так нравится всегда именно эта магия. Пошел процесс. Пошел процесс. И сейчас будет выходить прям грязная пена, видите, с налетом. Опачки. Опачки. И буквально за 2 минуты термос станет чистым. Сейчас покажу вам, какую воду буду из него выливать. Набежит такая коричневая пенка. Там постоянно скапливается налет от чая. Периодически я вот так его прочищаю. Вот уже можно все выливать. Буквально через 2 минуты. Смотрите, какая вода. Ой, 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 пар. Смотрите. Какая грязная вода. И термос у нас теперь идеально чистый. Никакого налета от чая. Класс! Pink Magic, как всегда, со своими задачами справился на ура. Безопасный, доступный, универсальный, с огромным количеством положительных отзывов на маркетплейсах. Целый килограмм средства внутри, потому что многие производители сейчас снижают, мы с вами об этом прекрасно знаем, объем. Да, у кого-то 900 грамм, у кого-то 800 грамм, у кого-то даже 700. А здесь целый килограмм, мерная ложечка в комплекте. И обязательно обращайте внимание на то, что 2 килограмма средства гораздо выгоднее брать. Ну, а покупайте по ссылочке в описании. Пачки Валберес. Здесь футболка бюджетная очень, в завязанном пакете была. И крышечки такие полиэтиленовые для тарелочек, для контейнеров. Сейчас все покажу. Девчонки кидали ссылки в Телеграм. И я решила взять Ксюшке 300 рублей футболку. Сейчас она вообще, по-моему, 296. Она придет, когда сейчас со школы мы померяем. Футболка с интересным таким рукавом. Они там были с резинкой внизу, с обычным рукавом. И с вот таким интересным рукавом без резинки внизу. Мне кажется, коротковато, но вот на смену в школу ходить белая футболка очень хорошечно. Что тут у нас за материал? Вообще не хлопок 95, лайкра 5. Вот чисто белая такая футболочка с интересным рукавом. Что из себя представляют вот эти вот полиэтилены? Полиэтиленовые крышечки. Это обычные полиэтиленовые пакеты по материалу, причем тоненькие, но с резинкой. То есть можно надевать на тарелки, на кастрюли там, на банки, наверное, они велики будут. Здесь их много очень. Здесь их прям много. Они вот в таком пакетике с завязочками. Я даже не помню, сколько их штук, но их миллион, наверное. Сейчас попробую один на что-то надеть, покажу. О, как это выглядит. Смотрите, на такую большую достаточно тарелку одела. Вот так. И на такую поменьше, я имею в виду, по диаметру надела. И вот так вот это выглядит. Ну, пригодится. Слушайте, их можно как шапочки на голову, когда маски делаешь. Одноразовые такие. Снял и выкинул. Ну, позволяет объем. Вот на голову ее можно растянуть. Оно здесь все это дело тянется прям очень хорошо. Слушайте, да, вот масочку, когда для волос какую-то делать, вот для этого тоже можно израсходовать. Лайфхак. Тоже бюджетная совсем штука. И во многом пригодится. Если знаете еще какой-то способ применения, обязательно пишите. Девочки, ну прикол, чисто поржать. Да, на голову хватает, то есть волосы соберутся, маску сделать можно. А еще как бахилы. Слушайте, я сегодня забыла вот как раз купить бахилы в садик, ходить. А чем не бахилы-то, я не пойму. То же самое абсолютно. На дело пошел. Все, все отлично, супер. Так выглядит футболочка. На Ксюшке 46 размер. 44 был бы получше, но не было меньше. В общем, вот такой рукав. Интересный.
Задом повернись. Обычная такая белая футболка. По длине Ксюшки нормально. Поворачивайся, все. Но если будете брать на себя, то имейте в виду, она будет чуть ниже талии. Это очень короткие футболки. То есть на Ксюшкин рост 140 с чем-то, да? Она вот так. Если у вас рост 160 или 170, почти как у меня, она вам будет вот так. То есть они короткие. Себе, конечно, я такую не возьму. А вот Ксюшке на смену в школу ходить очень даже неплохо. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылки, как всегда, в описании, в том числе и на Pink Magic. Всех люблю, целую, всем пока-пока.